Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале «Твой детский домик» и меня зовут Уманский Алексей. В этом видео мы посмотрим на новую модель нашего домика. Нестандартный, индивидуальный и эксклюзивный проект, с которым к нам обратились, чтобы его реализовать. И мы с радостью взялись за изготовление данного домика. Почему? Узнаете в этом видео. Также вы посмотрите и увидите тот домик, который мы реализовали. Ну что, приятного просмотра! Погнали! Хотим детский игровой домик, но такой, чтобы не слишком выделялся на нашем участке. Чтобы подходили цвета и фактуры, чтобы его внешний вид и форма смотрелись хорошо, дорого. А главное, в совокупности с нашим домом и другими строениями все было гармонично и в одном решении. Такого никто не делает. Либо домики сказочные, с рюшами, окошками, козыречками. Все мини, все слишком по-детски. А хочется детское, но в современном дизайне. Все-таки детский домик — это не маленькая незаметная игрушка, которая легко затеряется в детской комнате и уже через неделю о ней никто не вспомнит. Здесь так не работает. Это огромная конструкция, которая будет мозолить глаза всем. И хочется, чтобы его вид полностью устраивал и ребенка, и родителей. Практически все производства детских домиков работают по шаблону. Штампуют несколько зафиксированных моделей детских домиков и ни шага влево, ни шага вправо. Те же, что берутся за нестандартные модели, часто настолько проседают по качеству, что никаких соответствий цена равно качество нету. Это одно сплошное разочарование. Из ОСБ, балки, стены, сверху ОСБ, сверху наклепали кровлю и вуаля, получайте ваш домик. Ни рам, ни внутренней обшивки вагонки, ничего нет. У нас была возможность в этом убедиться лично. Мы устанавливали домики не нашего производства и были в шоке от того, насколько все плохо обработано. Да, элементарно. Чтобы установить входную дверь, нам пришлось ее подпиливать, менять петли, просто потому что она не состыковывалась с проходом. В общем, хороших производителей мало. Но я уверен, что кроме нашей мастерской, есть еще толковые производства в России. Правда, я таких пока что не знаю. Мы всем коллективом нашей мастерской «Твой детский домик» легко соглашаемся на изготовление домиков по индивидуальным и эксклюзивным проектам. Потому что понимаем, как важно учитывать множество факторов. И это не только цвет и внешний вид, которые, безусловно, стоят на первом месте при выборе модели. Это касается еще основных материалов. Качество краски и масла, внутреннего покрытия, наличие или отсутствие утепления, подсветки, дополненность деталями. Это цветочники, ставни, почтовый ящик, звонок, рында и многое другое. Для одних клиентов важно, чтобы домик был сказочный, ярких цветов, с маленькими окошками, дверью, рушами, максимально мимишный и волшебный. А другие выбирают постельные тона, сдержанное оформление, классические формы. А третьим важно выдержать основной стиль. Они приходят со своими проектами, где все не так, как было, где все уникально, и в этом есть большое удовольствие. Ведь каждый домик получается совершенно новым, не таким, как. Это новые эмоции и для нас. Каждый раз, как в первый раз, если вы понимаете, конечно, о чем я. Ну а если ты досмотрел это видео до конца, тогда оставь свое мнение и впечатление в комментариях. Мне будет очень-очень интересно почитать, кто что думает. Да и полезно, в принципе, в развитии. Ну все, ребят, до новых встреч. Пока-пока.